Белый амур – это крупнейший представитель семейства карповых и единственный вид рода белые амуры. Естественный ареал этой рыбы включает в себя пресные водоемы. Благодаря искусственному разведению белый амур широко распространен. За пределами естественных водоемов его можно встретить в оросительных каналах, искусственных озерах, прудах, охладителях электростанций. Будучи прожорливой, исключительно травоядной рыбой, белый амур используется в качестве природного мелиоратора для борьбы с водной растительностью. За сутки рыба съедает больше корма, чем весит сама. Как и другие представители семейства карповых, белый амур ведет дневной образ жизни. Поиск пищи рыба начинает с самого утра и каждый день проплывает по одному и тому же маршруту. Поведение осторожное, даже при самом незначительном шуме белый амур сразу же уходит от берега, что создает сложности для рыбаков. Мясо белого амура имеет высокую пищевую ценность и хорошие вкусовые качества.